Ремонт газового оборудования многоквартирных домов с этого года вошел в число основных направлений работ фонда капремонта. Желтые трубы до уровня первого этажа опоясали уже некоторые городские многоэтажки, жильцы которых пользуются голубым топливом. В пятиэтажке по Чехова 76 ремонт системы начался недавно. Бригада заступила на ремонт инженерных сетей газового оборудования. Данные работы проводятся снаружи, а не как раньше в подъезде. Трубы проводились у нас для безопасности жителей. В дальнейшем бросаются трубы по фасаду и через первый этаж заводятся в квартиры собственников. И постоянно поднимаются до пятого этажа. Данная система проводится первый раз в этом году в Республике Хакасия. И плюс дополнительно ставятся газоанализаторы, которые при разгерметизации газового оборудования в квартире, они автоматически перекрывают газ подачу. Период холодов ремонтным работам не помеха. Их оперативность зависит от самих жильцов. Собственники должны дать допуск на квадратные метры. На каждый подъезд специалистам отводится неделя и только после завершения всех работ по фасаду дома. На сегодня в Абакане полностью отремонтированы 14 газифицированных домов.